Всем привет! Сегодня я расскажу о знаках бемоли и диезы. Вот, они выглядят вот так вот. Бемоль Б, латинская, можно запомнить диез, это решетка. Вот, у каждой ноты есть свой бемоль или свой диез. Его я покажу вам один бемоль, это Си. Си бемоль у нас находится, это одним пальцем вы нажимаете две кнопки под нотой Си находится маленький бемольчик, это вот маленькая кнопочка. А все остальное диезы будет. У ноты соль диез рядом мизинец, это нота соль диез. У ноты ре диез рядом тоже мизинец, это ре диез. У ноты фа есть тут боковой рычажок, тоже диез называется. И нота до тоже имеет свой диез, но он самый простой. Это все отпустить. Все открыто, ничего не нажимаете. Это нота до диез.